наш корреспондент Ирина Рябова, посмотри, какая прекрасная погода вокруг нее. И уж не только рассказать, но и показать. Красивый зазимо. Доброе утро, коллеги, доброе утро, уважаемые телезрители. Всю предстоящую неделю нас с вами ждут только плюсовые температуры днем, что, конечно же, не может не радовать. Прямо сейчас, по моим данным, в городе у нас минус 5 градусов. Ну, нужно сказать, что погода такая очень комфортная. Но сегодня днем, конечно же, погода изменится, столбик термометра у нас повысится до отметки плюс 7, будет весь день ясно, поэтому это отличный повод, чтобы отправиться на прогулку или, например, на обеденном перерыве прогуляться. А ночью сегодня нам обещают минус 8. Что касается вторника, уже завтра днем температура повысится до отметки плюс 7, ночью будет минус 1, но будет уже пасмурно, будет пробрасывать легкий снег. Что касается среды, днем ожидаем плюс 4, ночью минус 9, возможны осадки в виде мокрого снега, также будет пасмурно. Поэтому, конечно же, наверное, повод такой теплой куртки все-таки далеко не убирать. Что касается четверга, днем ожидаем плюс 4, ночью минус 6, переменная облачность. В пятницу самый жаркий, самый теплый день недели, конечно же, его очень ждем. Синоптики нам обещают отметку градусов до плюс 11, ночью будет минус 2, возможны, правда, осадки. Возможны осадки в виде небольшого снега, но, конечно же, кратковременного снега. Итак, в субботу будет у нас плюс 10, ночью минус 1, также возможен небольшой дождь. Что касается воскресенья, днем плюс 8, ночью минус 4, облачно, и также ожидается снег. Ну что ж, всем желаю начала, прекрасного начала трудовой недели. Ждем с вами выходных, потому что там у нас будут самые высокие плюсовые отметки. На этом у меня все. Коллеги, вам слово. Далее также у нас информация о погоде.